сейчас ходили? Мы сейчас посетили спектакль театра имени Вахтангова «Дядюшкин сон» по Достоевскому. Скажите, что вам понравилось, что не понравилось? Нам очень понравилась игра ведущих актеров, естественно, Марии Ароновой и, безусловно, восхитительный просто Эдуш. А на каких местах вы сидели, как вам было видно? Мы сидели в амфитеатре на третьем ряду. Нас все устроило, в принципе. Все устроило, да? А могли бы порекомендовать другим зрителям сходить на этот спектакль? Ну, тем, кто очень любит нашу русскую классику, безусловно. Спектакль достаточно сложный, интересный. Ну и игра актеров, конечно, восхищает. Поэтому, да, рекомендуем тем, кому интересно Вахтанговский театр, кому интересна классика, кому интересен Достоевский. Хорошо.